Мы согласны? Бес тоже будет смеяться. Ты его тяни, понял? Значит, я хочу чеченца забрать в рабство. Да. Потому что ты вообще амфетамин. Нет, никому не открывай, Паш. Обещаешь? Я не обещаю ничего, я буду так. Ты его тяни, понял, к нам. Что-то. Надо его на светлую сторону вытянуть. Он вообще не даст спокойной жизни. Он его вырвать оттуда. Понимаешь? Mm. Поэтому давай, это приводи себя в порядок и начинай. Ну все. Давай. Располагайся. Да, все. Пиздец у вас хлеба, блядь, это самое. Весь день, короче. Слушай, да? Походу фрукты чуть-чуть просроченные, надо бы не было. А я чего? Я желудок понимал. Нормально все было? Да. Фруктовый салат сейчас. Бутылки киви, манго, там, блядь, яблоко, кокос, блядь, кокосовый стружка. Вот, блядь, Миша принес кокос, вот это я охуел, конечно, блядь. Кокос, я точно ничего не мог ожидать, блядь. Кокосовый сок попробовал. А где он берет, блядь? Блядь, у него в России. Мы сейчас снимаем контент. Какого типа? Такого, что, блядь, нужно жить нормально и не употреблять наркотики, даже если ты употребляешь пиво, нужно держать себя в руках. И тебе просто наркотики – это жидкое зло вообще, причем любые. Если ты любишь наркотики – жидкое зло, то, понимаешь, я задумываю, что такое курюшка, но я даже должен быть в курицу жарить. Понимаешь, я могу даже так, что считаю наркотиком, ну, любой пиво. Ну, нам нужно, как оно есть. Как оно есть? Да. Как для меня, например. Ну, да. Ну, курица тебе не разорвет здоровье, ты не умрешь 35 лет точно. И... А если у тебя, короче, у вас еще много операторов? Не. Но вы не будете курить? Не, мы не курим. Ну вы не будете курить, а просто снакует. Да ладно, нормально все будет. Ты еще даже. А ты куришь или не куришь? Я не колюсь вообще. А, не куришься? Нет, я два раза колоса, я раз получился, раз не получился, только колосся для мая. Ну чисто попробовать хотел поймешь. В смысле, как не получилось, не попал? Ну первый раз там два нормально поставился, но все равно, чтобы понюхали меня было. А второй раз просто соль там поставить, у меня вена просто исчезла, я не мог поставиться. Ну, запретили, Четкий голос идет, когда они говорят. У кого кто? Ну, демона. Нет, я вообще голосов не слышу. А как ты это слышишь? Я слышу просто определенный поток мысли. А, все. Как бы они в своей голове отвечают, как бы шевеляют, допустим, губами. Ага. Языком, да? Типа, привет, как дела? Ну и вот, слышу мысли. А игнорировать этот поток мысли не получается? Да, игнорирую, просто они сами потом догоняют. Ну, они на волну ловятся и сидят на ней, пока там, допустим, вот кое-кто не изменится. Или пока не ответишь, да? Ну да. А отвечать всем, знаешь, как впадло, блин. А много? Ну, понимаешь, много людей, которые хотят просто, ну, просто пообщаться с ним. А отвечаю я.
ловит один там червяков, разглядывает, ловит один, в шторе прячется, блядь. Один стоит рядом со шторой, вот так курит, курит, я говорю, что ты делаешь? Он такой, ничего, ничего. И такой бычком, короче, сигарет, так штору аккуратненько прожигает, и такой, оп, туда, в эту дырочку. Я думаю, с чего, ёбан, блядь, вообще жестко. А есть выходы на эти хаты? Бля, ну, нет. Там, по-моему, принимали, блядь, эти хаты. Они еще, блядь, еда хоть есть. На удивление всего, блядь, обычно вообще не присутствует. Квартиры, блядь. Максимум, блядь, тем более хлеба. А где ты мне ж еду берешь? Ну, я не могу об этом распространяться. Ну, в принципе, есть человек, который, короче, ну, берет и дает продукты. Не только мне там, а еще там другой группе лиц. Просто от всего сердца, ну, старается для нас. Но хоть ему это нельзя делать, но он все равно это делает для вот таких, как мы, для бедных. Я просто не могу работать, у меня тут сам видел плечо, стопы вообще не стерты, просто вот в хлам я еле-еле хожу. Что еще, ну... Это шизана периодически начинается. Ну, вообще, работать официально я не могу никак. Ну и вот человек берет, вносит продукт, там колбаску бывает, мясо, фарш, картошку. Нормально так, фрукты хорошие. Мне бывает, манго перепадает. Ну, молюсь, потому что много. Кому? Не знаю кому, но знаю на кого. На кого? На человека, который все это выносит нам. Ну, это из магазина берется. Ну, я понял. Он не ворует. Просрочка. Ну, типа просрочки, да. Только там просрочка такая, что еще два дня можешь лежать. А обычно в магазин такой хочешь, приходишь в магазин другой. Там просрочка такая, что просто все, ну, уже реально тухлое. А и там... А там нормально все. Ну как-то живем, как-то крутимся. Ну, часов 7 вечера он зовет, а обычно он всех зовет в 8. Я в 7 вечера прихожу, там что-то просто хожу туда-сюда. Там, похожу вот так. И бац, и мне, допустим, манго нормальный дадут. Он просто носит в ящиках, и вот если я успею взять, даже если я не успеваю взять, просто он руки отводит чужие, как бы я могу взять своего манго спокойно. Там он реально как бы старается делать. Реально хороший человек. Я ему очень благодарен. Вот Фома не веришь. Сколько раз ты уже все объяснял, сколько раз ты сюда я верю, только не в твоих демонов, блядь. А люди, когда к тебе подходили, сидели, блядь, разбить, тебе ебал, когда ты мне уебал, тебе было мало. Че? Ну, помнишь, что типа телепортнулся, типа пьяный? Что, блядь? Заебал. Ну, помнишь, пьяный, когда мы шли с Лизой? Когда еще на лавочке с ним остался сидеть. С каким типом? Не помню. Какой тип? Который пьяный был, хлам. Ебать, тебе приснилось мне. Вам не приснилось? Да. Отвечает. Отвечаю. Я не помню, какого типа пьяного. Ты дерешься со мной. Он проотвечался, согласись. Лиза тогда была еще. Не проотвечался. Три банки выпивки взял разные для Лизы. Забыл? Какой три банки выпивки разные? На лавочке возле подъезда сидели. Миш, прекращай употреблять. Вот Фома неверующий. Ставьте лайки! А, ну да, вот это бойлерная ебучая. Не, нет, походу. Это дальше. Туда куда-то. Туда? По идее, да. Ну, пойдем. Если нам вообще адрес нормальный дали. Вон какая-то бойлерная. А, ну да, вот она. Я же тебе говорю, туда идти. Нам другая сторона ее нужна. Давай вот так пройдем. А, нет, пойдем вот так. Так, отсюда нам... Нет, это не та. Или та. Та? Ну, говори, где я заберу. Ну, еще, подожди. Бля, и чем мне это сделать? Нет. Че? Да есть, но там, блядь. Ты ее чувствуешь? Угу. Вон веточка лежит, смотри. Бля, сделай ты мишень, вообще нахуй пырину. Да я фигня нахуй. Да, она там. Да, я проверю.
Где видишь, она? Да? Где она там? Вот тут слева, справа. Вот чувствуешь? Да там нет. Блять. Как я ее вот пальцем чувствую, двигаю ее? Ну, фиг знает. Да, там смотри, вот сюда, смотри. Вот смотри, видишь, блестит. Видишь, отсвечивает. Понял? По-моему, тебе нихуя не надо. А что это? Да фиг знает. Давай я попробую. Видимо, сегодня нам не везет. Бля, давай сфоткаю хуйню эту. Не, когда? Это вообще, по-моему, не то место. Схуя ли это вот? Да, раз, два. Ну, ее было бы легко достать. А ее, видишь, никак не достать. Там ее нет. Как они такой пакет? Бандяк засунут туда. Ну, все, не охота. Ну, отъебись, ёпт. Я скоро приду. Куда пошел? Скурить? Проверить кое-что. Ничего не известно. Пойдем обратно. Ну круто, парень. Ты мутил косяк с твоей стороны. Бля, сейчас может какую-нибудь, бля, другую сошкурить, нахуй, было бы прикольно. Говорит, грязная пиздец, да? Почище, да? Нормально, долбоеб, надо лучше прятать, ёпта, нормально, блядь. А не так, как он, нахуй. Просто он на похуй проветрит, когда им даже похуй на эти ненаходы, бабки-то им все равно скидывают. Ничего им, они не в плюсе, не в минусе от этого. Им вообще поебать. Кто там из наркоманов что забрал, нахуй, вообще похуй. Нас постигла жестокая неудача. Съемки заканчиваются. Это была не последняя серия. Будет продолжение. Блять, Миша, блядь. Ну а что еще сказать-то? Нас, по сути дела, взяли и кинули.
Они же для людей стараются, понимаешь? Палевные закладки для тех, у кого нет денег, кому-то хочется сожрать кайф. Для бедных. Ладно, я хуйню несу, потому что я, блядь, в ахуе с этой хуйни. Нахуй мы здесь брали, блядь? Я с жопой чувствую, что там нихуя нету, блядь. Блядь. Тихо. Не надо. Похуй вообще, блядь. А, чего он ответит? Пиздец, блядь. Бля, ебать, вы прикинь, если бы, блядь, мы тогда с Мишей пошли, но у него, блядь, Сбербанк, ладно, хуй с ним, съел 3,50. У него, короче, этот иск, но он получает пенсию, мы идем, у нас 9 штук. Он заряжает, короче, Сбербанк, чтобы отправить им, короче, на это, на, блядь, на хуйню это. И просто Сбербанк тут же съедает 3,000, просто, блядь, они улетели только Сбербанку, блядь. Ну тут, ладно, хоть иск погасил, ёпка, из 150. Из миллиона, блядь. А один на миллион, другой на 150, ебать, подобрал. Нет, там, короче, один на 100, 200, 200 и, блядь, 40. Золотая карта, сам кредит потребительский, еще один потребительский. Слышь, у меня не было ни находа около года, блядь. У меня с освобождения не было ни находа, у меня было еще до тюрьмы только ни наход. Давно, блядь. И то это на гидре все было, блядь. Я хочу найти того, кто спиздил мою закладку, найти закладчика. И просто взять вот так, ладно, не так, просто по щекам дать. Молился. Это всегда успокаивает. У них даже доктор есть, просто не знаю, что это такое. Нет, хуйня, нет, видишь? Нет. Доктор, блядь. Если плохо стало, я... Что делать? Прыгать, ебать. Я тебе говорю, у них доктор есть свой. Потом, хочешь с ним пообщаться? В прямом, ручные продажи, техподдержка, работа, доктор. Работа нужна, Мишань? Пиздатая. Как раз научишь их класть, ёпта. А, все правильно. Почти. Да, я там лазил на гидре раньше, блядь, пиздец. Столько хуйни продают, вообще все просто. Вплоть до зиплоков, нахуй, упаковок, нахуй, рисунка, блядь, и дизайн сайта, нахуй, продают. Дизайн магазина, дизайн пакета, нахуй. Дизайн всего, блядь. Чуть ли не дизайн изоленты, нахуй. Ну что там? Ничего, пока не прочитал. А где ты берешь? Там же, блядь. Нет, адрес. В смысле, здесь же? Сейчас он тебе точно такой же адрес даст. Пустой, блядь. Тогда пиздец будет. Ух ты, спасибо. Надо? Отверочка. Мне надо уже нахуй не нужно. Я херней страдаю, мне делать нечего. У них запрет на детских площадках класть. В церкви на детских площадках, а на кладбище у них класть запрет. Я уже наслышан об этом. Их ебут, их штрафуют самих кладчиков за эту хуйню. Я знаю, я, бля, общался с кладчиком, штрафуют за эту хуйню. Он пошел, мудак, в церкви сделал закладку, блядь. Вообще долбоеб, нахуй. Просто, блядь. Да ладно, в церкви я говорю, ебать, ты вообще недолго думай, блядь. Тебе, походу, вообще в ад пора, блядь. Что ты опять дерешься, блядь? Я хочу ему просто взять и так вот челюсть, нахуй. Просто взять и ебало ему, нахуй. Бать, ты наркоман. Я просто в ярости, нахуй. Я знаю, что я тоже, конечно, ну, блядь. Ну, блядь, ну, пиздец, такой путь проделали, нахуй. Конечно, на машине заебок. Ну, блядь, ну, согласись, это пиздец. У меня ноги болят, я еле хожу. Мне еще 2 дня нужно отлежаться дома хотя бы. Чтобы полегче стало, кремом помазать. Че, тебя в дурку-то будут забирать, не? А? Не будут тебя в дурдом забирать? Судя по всему, будут. Пидарас, блядь. Ты такое ебанутое место опять дал. Че? Бля, опять ебанутое место, нахуй. Такой мудак, нахуй, смотри.
Не ебал, нахуй. Ага. Ну ладно, слышно. Скажите, где закладка? В трубе, блядь. В трубе? У закладчика, блядь, у чайки, нахуй, ваша закладка вторая. Каким долбоебом он уже вышел, в кирпич ее просто плавит, блядь. 37.801.17. А так я тебе говорю, самый тупой кладмен, это, блядь, за, когда я за домом шел, 6 закладок мифирона под подоконниками, просто под подоконниками вот так лежат. Я иду, я даже руки не испачкал. Я просто у него торчат, я говорю, оп, а ти впереди меня идет. Он там вчера нашел, короче, у меня пришел, короче, я разнюхался, укололся что-то еще сверху. Мы уходим, идем. Я что-то так, ну, пойдем пошкурим, говорю, бля, пизду эту хуйню, ты что, мросить начнешь опять там, бля, копаться, бля, в яме. Не-не-не, говорит, нормально, все, заходим, короче, идем. И просто я такой, оп, иду дальше, оп, 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 уже полные трусы, блядь, говна нахуй. Пиздец. Слышишь, ты, по-моему, это все, деградируешь. Да, есть немного. Зато не скучно. Ну, смотри, какой вертолет. Особенно мне, блядь. Согласитесь. Расцветка цветов черно-красная никому ничего не напоминает. Задумайтесь, а что если это неонацисты Украины? Ладно, ладно, молчу. Сейчас обрыгнем на нем, что ты паришь. Фу, щели. Нужно было брать свою фотку, была с той зонтиком. Здесь написано, что втоплено, а там не было написано, что втоплено. Нихуя там не втоплено. Просто строго между кирпичиками, нахуй, в углу. Угу. Бля, может, и за трубкой сходишь стеклянную? Мы просто их потом не купим, нахуй. Тебе прям так нужна трубка? Да. А с трубкой моя? Мы сейчас найдем. Где заход... две моих? Я хуй знаю, куда ты делал их, нахуй. Одну ты мою пытался разбить, вторую ты, блядь, куда-то делал. Может, не надо тебе трубку? Надо. Может, может надо. Так? Надо. Может, с руки покуришь? Надо, надо. Давай надо. Сделаем так. Через фрагу покуришь. Да у меня баян. Не, не, не. Да лучше скуришь. Я не знаю, подумай. Я тебя уничтожу. Бля, понюхать будет вообще глючить, ёпта, люто нахуй. Ну, не знаю, но я не глючит. Ну, Коля, сейчас нормально хоть музычку включу, нахуй, заебись. Да, 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 конечно. Слушай, я наушники один, я вообще тебя не буду слушать. Да, 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 конечно, конечно. Заливай, заливай. Ты же мастер, заливай, да? Ладно, лампочки у тебя есть? В подъезде, наверное, есть. Ну, в подъезде снимем лампочку, нахуй. И будешь в подъезде снимать лампочку? Конечно, блядь. Как же люди? Прикинь, ночь. Ничего не видно, человек выходит. Придут новые, повесят, ничего страшного. Кто-нибудь. Кто-нибудь. Вызовут да? Это Джек. Он да. Придет, повесит лампочку. По-любому Джек придет, повесит одну лампочку. Снимать тогда уж все лампочки. Скорее всего, это будет делаться за наши должны, за счет жильцов подъезда. Да там есть другие лампы, которые светят нормально. Да у меня в комнате есть лампа, успокойся. Вот и все. Все, заебись, решили вопрос. Слышь, ну колодцы все равно, возможно, буду. Я тебе говорю, я тебя выебал. Не физически, а морально. Да. Удачи. Вот так. Я включу какой-нибудь психоделику тяну. Да включай, ебать. Я поржусь тебя. Ты просто ни разу не видел, как я это делаю. Рома видел. Че ты меня наебаешь? Ты со мной, бля, шкурил закладку в такой же бойлер. А, догадки? А, ну мы искали не на ход, дабы заранее, пацанов. Че ты все дергаешься, блядь? Да так, пошла. Заебал ты, блядь. Ты же шизофреник, не обращай на меня никакого внимания. Ну вот, вон та бойлерная нужна, видишь? Угу. Ну, блядь, есть. Пал? Да, сейчас, просто не буду представить, что я меня зашел. Да, что я не успею. Ебать, ебать, ты идешь себе, нахуй. Все, пошли отсюда, нахуй. Валим, блядь. Ну, блядь, хоть заебись, хоть так, нахуй.
Ебать, вот был бы сотрудником, я бы тебя принял, нахуй. Меня? Да. Спорим, как нет? Как минимум, потому что ты идешь и ешь листву, блядь. Ты что, дурак, что ли? Я нас вытираю. Я в листву, блядь, сумасшедший. Бля, ебать, ты дурак. Может, тоже хочешь листиков? Попробуй, вкусно. Ну как тебе понравилось шестич выкидывать? Знакомая ситуация, да? Ничего тебе не напоминает, но... Вот. Все там закончим. Будем на команде тебе. Чтобы не улетело далеко. Ну, вот понятно, я то же самое, да? Говорю. А смысл научить курить, это все, я буду закладки искать, это пизда. Оттаскивай меня за уши. А дома ты еще что-нибудь будешь искать? Бля, ну я так уже, я из дома уже не выйду, короче. Если я дома упрался, я из дома не выйду просто никуда. Даже за сигаретами. Максимум, когда мне станет уже, ну, если я бухаю только, вот. Когда бухаю, мне похуй, что делать, короче. Плюс к 100, к смелости, блядь. Ну, короче, значит, много. Тебя хотели чеченцы забрать в рабство? Да. Потому что ты варишь амфетамин? Да. А они хотели, чтобы ты был их рабом в каком смысле? Чтоб я варил, на цепи сидел, ёпта. Вот для таких вот магазинов, телеграм, хуям, нахуй. Угу. А ты не пытался с ними поговорить и начать сотрудничать? А что мне с ними говорить? Я съебался от всех просто и все. Ты трус? Нет. Я просто не долбоеб, ёпта, с кем-то разговаривать, кто тебя хочет, блядь, забрать в рабство, нахуй. И кто понимает, что ты умеешь что-то делать. Ну ты не договоришься с ними, тебя соберут, ну, и да. Все, ты будешь, блядь, делать. Я согласен. Ну так-то это все не шутки, блядь, серьезно, нихуя не шутки, блядь. Очень серьезная вся тема, блядь. Это хорошо, что, блядь, я вечно, блядь, обфененный был и, блядь, меня поймать на районе, это, блядь, это дохуя делов. Я без телефона двигался, у меня ничего не было. Кроме полтинника фена с собой, блядь. Ходил по тусовкам, ебать. Каким? Ну я не продавал нихуя. Я, блядь, так отдавал, короче, блядь. Мне давали бухло, короче, блядь. А, менялся я только на гашиши. Был один барыга, блядь. Короче, ты пытался вести свою валюту, что ли? Да, амфетамину, вот нахуй. Вот это ты даю. Барт, да? Да, другая тёлка меня кормила. Я, короче, приносил, я давал десятку, она мне давала еды, короче, кормила меня. Каждый день приходил завтра, обеда, ужина. Третья тёлка ноги раздвигала, нахуй. Ну, все было отлажено, блядь, в принципе. Но... В итоге я все бросил, бросил колодцы, бросил, нахуй, варить фен. Все из-за девушки, все из-за любви. Я вижу, как ты бросил колодцы, наслышан. Не, ну колодцы, да, бывает. Бывает? Бывает. Ну ты, короче, конченый нарик, да? Нет. Не, не то чтобы конченый, говорю, не про это. Конченый, блядь. Бля, конченый, блядь, это совсем другие люди. Ты не можешь отказаться от уголки, да? Блядь, могу убежать, могу отказаться. Знаешь, те, кто конченый, он не может убежать, а ты вообще... Понимаешь, что вот колодцы, например, нужно в тех вариантах, когда вот нет вариантов принять по-другому. Ну, например, в тюрьме. В тюрьме как ты будешь там нюхать, курить? Носом, ёпта, курить также через фольгу, ёпта, что там фольга запрещена, что ли, по-твоему? Еще сигарету ты не покуришь? Ты какую-то хуйню несёшь. Да я ненавижу тех, кто колется, они меня бесят, сука. Да я глубине души их ненавижу, блядь. Ну, почему? Ну, не знаю, таким родился, блядь. Главное, чтобы ты не стал, а тут будет вообще... Так, так вживую, блядь. Сам своим словам будешь противоречить, если таким станешь. Сам понимаешь, да? Вот тебе сейчас 28 лет, вот через 10 лет на тебя посмотрю. Прикиньте, ему 28 лет внутри. Охуеть. На вид 40, нахуй. Пиздец. На 3 года меня старше, блядь. Дядя, блядь. Уже, блядь. Я вроде тех, кто точно ничего не имею, но лично я не хочу, чтобы, блядь, ты колодец. Вообще забить и спать лично, там один обсаливайся нам. Я думаю, будет скучно. Да. Тебе хуёво будет одному, да? Нет, бля, вот специально тебе одному оставить. Я просто сяду перед зеркалом и буду общаться через зеркало. Или через стекло. Помню, как сижу на балконе, курю спайс. Что-то с инопланетянами общаюсь. Они мне решили доказать какую-то фигню. Говорят, смотри на стекло. А у меня там двойное стекло такое или что-то. Ну, прям моими руками. Что-то делал. Хуяк, блядь, картинка на стекле началась. Что реально, как будто бы видеозапись какая-то. Вот тут идет какой-то человек, и за ним еще какая-то толпа. Это было круто. Я говорю, вау, какой-то сделали. А, не скажем. Потом объяснили, я что. У тебя утро стекло это, блядь, очень. Если зарядить энергией, короче, электричеством, скажем так, правильно подключить, чтобы само стекло поселилось, можно передать картинку через другую. Ну, сложно объяснить. Я не умею объяснять просто на вашем языке. На нашем языке, короче,
Ну, как планшеты. Вот типа того что-то. Слушай, они к тебе больше не зайдут. Все. Чехи, которые прошли сейчас, они к тебе больше не зайдут после того, как меня с этой рации вывезли. Я, блядь, как агент 07 сегодня, но... Видишь, с рацией, я с рацией. Значит... Сейчас последний. Сыпка на мотор. У тебя нож есть нормальный, Миш? Ножницы? Ножницы. Ебать ты, блядь, что ты делаешь? На 6, засадь. Мы открываем вторую закладку. Кто же там будет? Да сейчас человек придет. Не проваливай. Открываем его аккуратно. Первая наклейка. Опа. И вторая. Спасибо. Видал, как быстро делать лампочку нам? Не видел. Я пропустил. Вот уже сделаю. Ебать, ну да я что? Живот захуячил, ну. А, перед употреблением наркотиков такая хуйта. Ты там тоже лампочку выкрутил, там тоже потом кстати. Где не? Где не, я там выкрутил. Ну все, готово нам. Woo!